Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство Samsung Galaxy S7. И сейчас я покажу, как на этом устройстве войти в режим Recovery. Итак, вначале нужно нажать и удерживать кнопку питания. Затем нажать выключение дважды. И подождать, пока телефон вырубится. Затем одновременно нажмите кнопку питания, увеличение громкости и кнопку домой. Три кнопки. Итак, я ставлю на них пальцы и на счет три нажимаю жать. Вернее, начинаю жать. Раз, два, три. Удерживаем. После появления логотипа S7 отпускаем кнопку питания, но увеличение громкости и домой продолжаем удерживать. После появления синего экрана с роботом отпускаем остальные две кнопки. Он нам говорит, что команды нет. Нажимаем на кнопку питания и увеличение громкости. Затем мы попадаем в такое меню. Здесь нажимаем на кнопку увеличения громкости. Кнопку питания удерживаем и нажимаем увеличение громкости еще раз. Вот таким вот образом проводим вот такие вот махинации. И все. То есть пару раз так сделали и телефон подождали секундочку, и телефон загрузился в рекавери. Вот таким вот образом это делается. То есть нажали, увидели синего робота, нажали кнопку питания увеличения громкости, увидели черный экран, кнопка питания увеличения громкости, кнопка питания увеличения громкости и ждете. Все. Теперь мы вошли в режим recovery. Можно здесь нажимать на кнопку уменьшения громкости. Ой, чуть телефон не упал. Кнопку уменьшения громкости для того, чтобы подниматься вверх, кнопку уменьшения громкости для того, чтобы спускаться вниз. И кнопку питания для того, чтобы выбирать какой-то пункт меню. Ну, давайте мы выберем, например, первый пункт. Это перезагрузить телефон. Нажмем. Ну что ж, вот и все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь. Пока.